Председатель партии социалистов Игорь Дадон станет гостем сегодняшнего ток-шоу в центре внимания с Оксаной Боднар на Публика ТВ. В числе тем, которые они обсудят, слияние ПСРМ и ПКРМ, отношения между фракцией Блока коммунистов и социалистов с парламентским большинством и законопроекты, над которыми работает оппозиция. Ответит Дадон и на вопросы о том, какие у него разногласия с мэром Кишинева Ионом Чебаном и башканом Гагаузии Ириной Влах, а также выскажется о росте цен на газ и отношения Молдовы с зарубежными партнерами. Не пропустите в центре внимания на Публика ТВ. Начало в 18:00.